Ребят, всем добрый вечер. Итак, у меня 3 дня вымачивались такие шикарные тополевые рядовки. Это у меня кастрюля чищенных, уже помытых, почищенных тополевых рядовок, крупных. Крупные вот такие они. Хорошие, есть вот такие полураскрывшиеся, есть вот с такими ножками. В общем, я буду их сейчас отдельно. Буду я их отваривать, мариновать. Попробую, может быть, небольшую банку засолить. Квадратная. Ну, не банка, а как это называется? Ну, или в банке засолю, или в какой-то миске попробую засолить. Просто сырые. Вот. И есть у меня еще меленькие, я потом позже покажу. В общем, приготовил я вот такую штукенцию. Кстати, купил помощь, хозяюшка называется. Это вот такая штука, когда стерилизуешь банку с продуктом, например, огурцы, еще что-то закрывать. Но она мне сегодня не пригодится, но просто штучка очень удобная. Потому что я буду стерилизовать банки и в них уже грибы закладывать и потом уже закрывать. У меня есть такой стерилизатор. Вот такой я купил. По очереди одну банку стерилизую на кипятке, вторая у меня уже закатывается. Потому что раньше я ставил банки. Кстати, вот я понакупил полторашек. Полторашки у меня будут закручивающиеся вообще. А вот. Так что буду вот так стерилизовать, закладывать и закручивать, залив маринадом. Маринад у меня стандартный. Ложка столовая сахара, ложка столовая соли, уксуса чайная ложка на литр воды. Все. В общем, буду заливать. Посмотрим, что получится. Да, кстати, думал делать помидорчики, то есть грибочки в помидорном соке, а потом подумал, сказал, нафига заморачиваться буду, маринад вот этот с помидорами варить, через мясорубку их пропускать. Я лучше их потом просто заправлю томатным соком, у меня его валом в погребе. Так, поехали нарезать. Кстати, вот поставил воду кипятиться, чтобы в нарезанные уже грибочки залить кипяток, и они быстрее закипели, потому что кастрюля у меня 20-литровая. И вообще изумительная ситуация. Вот я нарезаю грибы. Смотрю фильм, ребят, «Чужие». Это просто супер. Как в 90-е попал. Круто. Смотрите, какие крупные тополевые рядовки. Может быть, контузия, но он живой. Так, крупненько резать буду их. Прокипячу Не надо. и замариную. А мелкие, а может быть и крупных часть возьму и засолю. Просто из интереса, сырыми. Как так, их говорят, не солят, а квасят. Слабые, но они живы. Ну, посмотрим. Вообще, фильм огонь, ребят. Смотрю и наслаждаюсь. Ладненько, давайте. Ну что, кастрюлю я освободил. Хрен у меня тут. Я, видите, одну банку забиваю, сделаю соленых. Хреном. У меня тут чеснок сушеный, лавровый лист, душистый перец и чаман. Так, здесь у меня резанные грибы уже. Укроп здесь у меня. Сейчас буду засыпать. Водичка закипела. Вода у меня вот кипит. Сейчас будем заливать. Ну, это я принес элита. Как говорят у нас грибники в наших группах. Такие небольшие тополевые рядовочки, плотненькие преимущественно. Я их отдельно отварю и отдельно в маленькие баночки закрою. Такие будут прям закусончик, закусончик, вкуснотища, вкуснотища. Ну, конечно, не такие лопухи. Засолил я одну банку сырые тополевая рядовка. Соль, специи, сверху хрен. Чуть-чуть налил воды, чуть-чуть, чтобы они были покрыты все время водой.
и через 40 дней попробую, как и грузди, их поквасить, как говорится, посолить. Попробуем потом, посмотрим, что получится. Вкусненько, невкусненько. Такие я брал плотненькие, хорошие грибочки. Ну вот, что у меня получилось. 4 полуторалитровые баночки. Но одна не совсем полная. И 2, я так понимаю, это у меня 700-граммовые, наверное, банки. Но хочу отметить, что я сегодня видел в продажу в магазине грибов грузди. Грузди продавались 280 грамм, 250 рублей. И маслята 285 грамм, 150 рублей. Цены, конечно, превосходные, как говорится. Так что я не в убытке, хоть оправдал бензин 2 дня. Один пустой, второй день вот собрал вот эти грибочки. Было много, а сварилось стало мало. Как-то так. Всем пока-пока.